Здравия желаю, уважаемые подписчики и гости канала. Сегодня проводим опыты, значит, применяем еще один интересный метод. Метод соединения между двумя фазами, или как вы называете, плюсами. То есть, как мы делаем систему? Вот этот выпрямитель на 24 вольта. А вот этот на 12. Вот наше соединение, видите? Вот плюсы, вот плюс и вот плюс. Мы соединили лампочку, вот эту, на 12 вольт между двумя плюсами. А нули, минусы, соединили вместе. То есть у нас получилось соединение идет метод, то есть как бы идет оно отсюда, вот значит вход лампочки проходит эту систему, потом выходит сюда, проходит эту систему. То есть между, видите? Вот минусы, вот минусы, два. А мы соединили вот этот плюс, здесь 12 вольт с этим минусом, а здесь 24. У нас получилось на разнице, видите? На разнице, а лампочка горит довольно ярко, как видите. Что это нам дает, такое подсоединение? А нам дает, видите, нулевое потребление. Как видите, при таком соединении никакого потребления у нас нет. Стоит и все, даже назад откатывается. Счетчик даже назад откатывается. Видно. Потихоньку откатывается назад. Не вперед, а назад. То есть при таком соединении у нас наоборот еще откатывает счетчик назад, а не забирает ток. То есть это можно применять в дальнейшем. То есть такое соединение дает нулевое потребление, как видите. И еще, значит, счетчик даже не только не берет, а еще и откатывает назад. Вот она включена в этот счетчик, видите? Два выпрямителя. Значит, еще раз. На одном у нас 24 на вот этом плюсе с этим минусом. Минуса мы соединяем вместе. У нас получается как бы двухфазный ток. О чем я и говорил, что ток возникает между нулем, то есть минусом, и плюсом, а также ток возникает на разнице. Это когда двухфазный ток. То есть у нас получился двухфазный, видите? Плюс 1 и плюс 2. Этот плюс 12 от этого выпрямителя. Это выпрямитель 12. А этот плюс от этого выпрямителя 24. Разница между ними дает у нас свечение лампочки. При этом лампочка не потребляет ничего. То есть, вот такие опыты будем продолжать. Сегодня первый, то есть будем лампочки ставить более мощные. Но вообще-то это интересно. А сейчас покажу схему. Может, кто-то не понял. Значит, схему. У нас вот так вот, смотрите. Выпрямитель, зарядник. 24 вольта. 76 ватт. Выпрямитель, зарядник.
выпрямитель, зарядник 12 вольт, где-то 50 ватт и 60 ватт, 60 ватт, так, вот, значит, у него минус и вот минус, соединяем вместе минуса, а тут у нас получается плюс, который дает вот вместе с этим минусом 24, и плюс номер 2, плюс 2, который дает 12. Вот здесь на разности мы подсоединяем лампочку. И на разности плюсов, а разность, видите, 12 вольт примерно. Ну, может, чуть меньше за счет того, что... Сейчас скажу. Да, чуть меньше там где-то, 10,5. За счет того, что я... Этот у меня мощнее, этот слабее. Надо вообще-то одинаковое по силе. Разное по вольтажу, но одинаковое по мощности. И у нас лампочка горит, видите? А эти у нас соединены в сеть. Соединены в сеть. Сеть. В итоге такого соединения, значит, у нас, значит, происходит что? Траты нет, так как ток выравнивается здесь, то есть идет через эту, проходит через это, проходит через один конец лампочки, а второй проходит через этот конец лампочки. Здесь на разности у нас эта разность перетекает с одного выпрямителя, видите, в другой. Значит, в данный момент у нас это слабее, в этот выпрямитель перетекает просто. Она не мотает счетчик, а перетекает вот с этого, как это мощнее, перетекает сюда. Благодарю за внимание, всем удачи и стального железного здоровья.